7-летний мальчик пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Балакинская. Женщина, управлявшая автомобилем Lexus, сбила ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Пересекая такие места, как пешеходные переходы и перекрестки, необходимо быть особенно внимательным и осторожным. Нежелательно въезжать на перекресток на заканчивающийся сигнал светофора, либо на желтый ни в коем случае также нельзя, так как он является запрещающим. Получивший травму школьник со старшей сестрой переходили дорогу на зеленый свет. Виновница аварии также утверждает, что двигалась по перекрестку Балакинской и Красных Зорь на разрешающий сигнал. Ранее водитель неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.